клюквенный щербет. Любовь может возникнуть между совершенно разными людьми, независимо от их социального статуса, мировоззрения и финансового положения семьи. Телесериал «Клюквенный щербет» знакомит зрителей с молодыми людьми, принадлежащими к разным враждующим семейным кланам. Дога, привлекательная девушка, успешно учится в университете. Фатих, парень справедливый и спокойный, уделяет много времени семейным делам. С первого взгляда Дога и Фатих влюбляются друг в друга. Однажды их семьи узнают об этом и начинают обсуждать, что делать с такой любовью. Похоже, что кланы готовы объявить перемирие ради счастья своих детей. Однако у семей разные традиции и ценности, которые могут помешать дружбе кланов. Сериал про любовь, которую мешают близкие люди главных героев. Семья Фатиха уверена, что Дога не подходит ему из-за ее сильного характера. А семья Доги не одобряет Фатиха, считая, что он испортит жизнь их любимой дочери. Главные герои хотят заниматься своей личной жизнью и слушать свое сердце, но они не могут пойти против воли своих близких.